Добрый день, уважаемые подписчики канала Мультимедиа Лаборатория. В сегодняшнем нашем обзоре участвует вот такой вот рестайлинг салона. Собственно говоря, автомобиль предварительно подразобрали. Цель данного обзора — показать, что ничего сложного в рестайлинге нет. Панель приборов была снята, тестировалась цифровая приборка, тоже в этом обзоре покажем. Собственно говоря, хочу показать, какие элементы меняются. То есть снимаются заглушки, снимаются сами тумбы, меняются. Снимается верхняя крышка, соответственно, она тоже будет меняться. Снимаются дефлекторы воздуховодов. Снимается сама магнитола, соответственно. Снимается пепельница под магнитолой. Вынимаются подстаканники, снимается обрамление рычага ручного тормоза. Оно тоже меняется, кстати. И снимается обрамление селектора КПП. То есть отстегиваются разъемы. Вся основная работа осуществляется вот здесь. Здесь все чисто механическое. Адаптировать вот эту вот новое обрамление КПП. Весь замес в этом. Соответственно, вот так вот выглядят новые дефлектора воздуховодов. Здесь теперь не будет кнопочек, соответственно. И выглядеть все это будет вот так. Но, соответственно, менять магнитолу под рестайлинг тоже придется. Вот так вот выглядит рестайлинговая крышка пятого динамика. Ну, вот с такими вот продольными рейлингами. То есть состыковывается вот так вот. Не буду снимать часть доработки по... Это будет отдельным обзором. То есть чисто механически обрамление селектора садится достаточно просто. К сожалению, не умею снимать таймлапсы. Наверное, было бы очень интересно сделать данное видео в режиме таймлапс. То есть достаточно все несложно. Так, соответственно. Так, меняется и это тоже. Да. Дело в том, что вот эта часть тоже меняется, соответственно. Для того, чтобы можно было вот эту часть с ней подружить. Так, это у нас. Так. Да, вот эта часть меняется, соответственно. Так, а это у нас куда получается? Да, вот квест разгадан. Получается, через переходную рамочку
вставляется вот, вот это вот несущее, соответственно. Угу. Вот. Ага. Вот так вот. Вот так вот. Далее. Далее вставляем обрамление. Обрамление селектора КПП. Угу. Пытаемся вставить обрамление селектора, не сняв старую, старую, как говорится, основу. Но сниму просто для, так сказать, понимания, как все это выглядит. До конца разбирать не буду. Сюда у нас, соответственно, ставится вот эта штука, на клипсах вставляется, на механических. Далее меняется, меняется, что еще у нас есть в наборе. Обрамление, соответственно, рычага заднего хода. Есть новый наконечник в комплекте. Вот так вот выглядит новое обрамление селектора, то, которое я не вынимал. Вот так вот выглядит, соответственно, комплектующие, которые стыкуют новое обрамление КПП в автомобиле. Поэтому будет отдельный обзор. Ну и, как говорится, апофеозом всего этого безобразия служит вот такая вот новая магнитола, которая, соответственно, выглядеть будет так, примерно. Угу. Так, магнитола будет выглядеть у нас вот так вот. Соответственно, вот эта часть нам уже не нужна. Здесь будет просто вот эта вот пепельница, соответственно. Ну и вот такие вот, соответственно, заглушки. Ставятся новые тумбы. Ставятся новые тумбы вот так вот. Защелкиваются. Но вы видите, что вот в течение, я не знаю, 10 минут автомобиль преобразился. Все это нужно защелкнуть. И видео, как, скажем так, тестовое. Просто для понимания, что все это несложно. Самое сложное вот совместить этот селектор, обрамление селектора с бортовой сетью предыдущего автомобиля. Приобретая данное оборудование в мультимедиа-лаборатории, проблем с коммутацией данного устройства в бортовую сеть у вас не возникнет. Вы соедините все пин-ту-пин, никаких вопросов не будет. Как видите, работа чисто механическая, просто делать нужно все аккуратно. Собственно говоря, обзор об этом. Плюсом сейчас к этому обзору еще сниму обзор цифровой приборки. Коротенький обзор такой, обзорный. Ну вот, собственно говоря, и все.